Активисты Одинцовского отделения «Единой России» приняли участие в благотворительной акции «Лучший друг». Мероприятие было приурочено ко Всемирному дню защиты бездомных животных. Вместе с волонтерами, представителями общественной палаты и молодогвардейцами партийцы привезли 15 мешков корма для собак и кошек в благотворительный приют «ГАВ». Благотворительный приют находится в деревне Малые Веземы. Он создан энтузиастами под руководством Инны Михайловны «Неделька».